как Кита Яночка стала. И чё? Оплатить? 5 лет, извините, это же вообще 360 тысяч. Да, посмотрите, нас галтели, поклеили. Рахмет у нас, спасибо, Салбол в Астрахани, все говорят. Видишь, мы переплетены с Азербайджаном. Я в отпуске, как видите. К сожалению, не в Турции, не в Таиланде, где. Как удобно, да, Каспи? Никуда не надо ехать, заказал. Повесили телевизор, и он очень низко. Я не знаю, что. Друзья, пойдемте расслабляться. Капец, посмотрите, сколько снега. Ужас. Навалило, да, Ирсайн, снега? А? Здесь обогрев. Вот так. Раз. Задний. Отсюда посыпали и все, дальше как хотите. Ну что за вообще ужас отношения? И почистили. Он человек, уток копает. Дальше не люди живут, да? Вообще интересно так. Друзья, я сегодня иду в спа, который мне подарили сертификат с работы в октябре или в ноябре, я уже не помню. Вот. И за большой чек, за большой проект. Вот. И он у меня пролежал столько времени, не было возможности, то я собиралась, то записывалась и отменяла. Вот, сегодня иду. Обязательно вам сниму сам салон, какая там будет программа, вот, что туда входит, в этот сертификат. Вот, а вы смотрите обязательно до конца. Так что врываемся в новый влог. Я сегодня хотела сесть за руль. Но такая погода, что-то не рискую. Особо не чистили дороги. Не, я хочу оставить. Наверное. Так. Я играться буду снегом. Потом закончится. Так, оставить. Да, для тебя радость снег. Намело за ночь прям. У нас дома света нет еще. Не знаю, до определенного там дома есть свет, а дальше нету. Ломка, что ли, какая-то? Так. Так, друзья, я наконец-то дошла до спа, который мне подарили сертификат после моей ссылочки. Вот, спасибо моей компании. Сегодня будет у меня релакс. Супер. Друзья, сказали переодеться, одеть халатик, ну и все такое. Сегодня я буду максимально расслабляться. Там есть два вида. Тайский массаж и расслабляющий. Мне нужен прям расслабляющий. Вот. Че, друзья, пойдемте расслабляться. Я была в парной. Она, ну, не такая сильно горячая. Потом было скрабирование. Было скрабирование всего тела. Потом как бы смыли это все. А теперь у меня расслабляющий массаж. Сегодня у меня один спа. Круто. Друзья, видно вам, не видно? Так вот, вот так видно. Сахар у меня на одного 30 тысяч. Если на двоих, то 50 тысяч. Ну, прошло вообще супер массаж. Сейчас у меня чайная церемония. Сделали шикарный массаж мне. Вообще обалденный. У меня была программа сахар. Туда входит скрабирование. Ну, парилка. Скрабирование и массаж на выбор. Либо тайский, либо расслабляющийся. Я выбрала расслабляющийся, о чем не пожалела. Делают тайки. Провела классный день.
Я вот сижу и думаю, наверное, же Саиму надо тоже купить такой поход в спа. Подарить ему. Тоже хочется, чтобы он расслабился, отдохнул. Вот такие вот кабинчики получаются. Ну, так симпатичненько. Здесь у меня мой кабинет был. Так образом выглядит он. Так, выйду отсюда и пойду в поликлинику. Здесь вообще очень рядом моя поликлиника до Стармет. Мы в этом районе когда-то жили, снимали квартиру. Вот. Нужно будет справку взять. Алан же у нас теперь ходит на футбол. И там попросили принести справку о разрешении, что, ну, как бы он может посещать футбол. Вот, не знаю, дадут без него или как. Ну, терапевт мы буквально недавно были. Вот, получали прививки. Я думаю, он напишет, но он здоров абсолютно. Ему, кстати, нравится заниматься футболом. Но он с огромной охотой прям ждет тренировки. Он сам выбрал. Арсен у нас тоже раньше занимался именно футболом. Арсен, конечно, позднее, с 11 лет, а Арсен, ой, Алан с 6 лет. Вот у них афроамериканец тренер, два тренера, оба афроамериканцы, они какие-то чемпионы. Вот я пообщалась там с родителями, поинтересовалась первый день. Они, говорят, очень довольны дети. Сейчас они занимаются в школе Достар, частная школа, а потом они перейдут на свое основное поле, когда потеплеет. Вот. И дети довольны, счастливы, прям, ну, как бы с огромным удовольствием идут туда. А потом есть два мальчика тоже казахи. Именно забыла. Вот. Они помощники тоже, как бы их не помощники. Тоже, ну, занимаются футболом, видимо, тренера. В общем, четверо. Вот. И что еще хотела сказать? Ну вот, когда потеплеет, они будут заниматься на открытом поле. Алан прям счастлив. А, вот я что хотела сказать. Два раза в неделю, от субботы в воскресенье, с 11 до 12. Вот они занимаются. Вот это вы этот влог видели. Будем периодически сниматься. Вот, купили Алана всякое там, все, что необходимое. Правда, бутылочку еще не купили. Хотела в Каспе заказать, а в Каспе там запахи, короче. Я говорю, ну, такие комментарии пишут. Я, короче, решила не рисковать и закажу уже, ну, так, наглядно, вживую, так скажем. Сулайну стар. Я в отпуске, как видите. К сожалению, не в Турции, не в Таиланде где-то. Но тоже неплохо. Вообще просчитывали, думали, поедем. Вообще планировала, честно говоря, поехать с семьей в Дубай. Но так как мы приобрели машину, все деньги ушли туда. Но зато тоже огромная польза. Вообще это мечта. Вот, я сегодня думала сесть за руль. Но погода такая, я не стала, потому что я уже давно не вожу машину, я не стала как бы рисковать такую погоду. Я говорю, ладно, я уж сама как-нибудь. Вот, такие дела. Кстати, ответ пришел с этого, с Яндекс.Такси. Вот, нам утвердили там оплату. Не утвердили, а как посчитали, все документы вот эти мы собрали, предоставили, и они посчитали, там каждый процент, вообще сумма полагается до 4 миллионов, каждый пассажир застрахован, и там они умножают, вот, умножают на степень тяжести, ну, короче, какие вы увечья получили, и там умножается, вот. Все, короче, страховая посчитала, и вот сказали, в течение 7 дней должны поступить деньги. Потому что я написала, говорю,
Мерсене работал, и ну, когда вообще поступят деньги, они мне не ответили. Потом я написала, как бы, по вашей вине, извините, мой супруг остался без средств. Вот, как бы, поторопитесь. Все, вроде бы они ответили, все нормально. Спасибо большое. Все понравилось, да. Такой район классный. Это Гагарина же. Гагарина. Между Гагариной и Розбакиевой. И вот эта улица Гагарина. Там уже мега. Супер классный район. Квартиру бы, да, здесь? Кто интересный застройщик? Супер. Классно, я отдохнула. Вообще кайф. Супер. Прям самое то. Единственное, нет расчесок. Вот. А так все остальное хорошо. А в этот в Арасан, баня Арасан. Там тоже массаж. Круто делают вообще. Все тело целый час делается, но здесь тоже целый час делали. Блин, как бы не простыть. Я вроде посушила голову хорошенько. Локация, конечно, красивая, что говорить. Вообще супер. Вот сколько снега у нас навалило. Здесь интернетчики. У Максима не ловит, да, интернет? Максима не ловит интернет. А это Алан. Катается с горки. Алан гонщик. Я не могу. Ахрен. Давай. Ну. Что-то слабая у тебя горка. Давайте посмотрим, что у них есть. Повесили телевизор, и он очень низко. Я не знаю, что у нас сегодня с канализацией, как странности происходят. Вот, низко повесили телевизор, и из-за того, что здесь были розетки. И мне не хотелось, чтобы эти розетки выступали. Вот поэтому он так висит низко. Ну, что вы скажете, друзья, я не знаю. Арсен, конечно, меня ругает, я его прошу поднять выше. Он говорит, мама, уже все, там дырки, что с этими дырками. Ну, вот так. Теперь... Здесь станет вот такой как бы стеклянный такой шкаф удлиненный, и здесь будет такая внизу полочка. Еще елка стоит до сих пор, нет, Алан мне ее не дает убрать, хотя уже пора. Вот, я не знаю, что мне делать. Теперь, здесь я поменяла, кстати, вот эти петли. Их, помните, говорили, да, вот это Лерла Мерлен, то, что... Там я покупала, и какие-то они не такие. Вот, эту штору я еще не доделала, как-то вечером делала. Галтели у нас до сих пор не повешены. Мы их, уже брат нам передал вот эту какую-то штуку, которую резать. Но у нас мозги не хватает, я не знаю. Я в отпуске, я говорила, не говорила, не знаю. Кайфую, наслаждаюсь домом. Ничего никуда не хочу, обожаю свой дом. Люблю находиться дома. Ни к чему мне не хочется никуда, не бежать никуда. Вчера я съездила в спа, вы уже это видели видео. Ну, этот фрагменты. Вот, отдохнула, провела с собой, сделала вот маникюрчик. Все таким образом. Потом я поехала в Мегу. Не знаю зачем. Что-то я ходила в этой Меге. У меня разболелась голова. Ерсанин сказал, что выезжает с работы. Все супер, классно. Мы приехали домой. Вот такие дела. Угу. Да, да. На футбол ходил, короче. Короче, я гол забил. Когда тренировались, я гол забил, короче. Да, тренировались, ага. С вот этим маленьким. Ага, мальчиком. Да, у меня вот этот тренер тоже у меня такой. У него тоже желтого цвета форма. Ага. А ты ему забил 6 голов. Да. Тренер потом ему помогал. Да. Алан до сих пор не постригся. В субботу идет на тренировку. Мама, я знаю, воскресенье. Можно футбол и прическу сделать. Да, сделаем. Ага. Вот еще вторая форма у Алана. И какая номер?
Номер нету, Алла? Повернись. Это какая-то группа... Ой, как это? Команда, вот. Команда. Немецкая какая-то команда, да? Такая русская. Кто знает, короче, напишите в комментариях. Да. Ставьте лайк. Что еще я хотела? Люблю вот эту передачу. Я футболист. Как удобно, да, Каспи? Вообще, кайф. Никуда не надо ехать, заказал. Доставили. Только в постамат. Все. Замело, снег, и суббота, и пробки. Еще я вам покажу, что я заказала. Сейчас открою. Такая пудра сейчас, которая очень популярна. Еще масочку подарили. Все хвалят эту пудру. Цвет здесь такой Тиффани, а на самом деле она такая зелененькая. Вау, как красиво. Вау. Покажи. О, еще и запаска есть, что ли? Подожди, Алла. Я хочу посмотреть, мам. Класс. Как красиво. Сейчас. Она такая красивая, бриллиантовая. Золотая. Да, да, очень просто. Какая красивая. Как раз у меня зеркала не было. Хорошо, что? Золото. Лентик. Это золото. Классно. Чехол у меня для очков в таком цвете теперь. Все в таком цвете. Такое зеркальце. Это кушон. Кушончик катится. Вот такой цвет. Еще запас к собак. Что, да? Какая, смотрите, зеркало. Всем привет, скажите. Вы в новом влоге. Салам алейкум, салочки. Я намазала кушон. Прям белая, как кидаяночка стала. Это такое вот. Куда-нибудь так раз. Не красишься, намазался. И красавица. Воды нет, действительно. Его уже можно было применить, этот снег, для полива. И все очищать можно было даже и для других целей. А есть и соль. А соль мокрый? Фильтрировать. Соль чесается. Столько снега могли бы, да, использовать. Зато летом засуха. Вот как так? Надо крюк-крюк. Да. Чё? Вчера снег чистила. Да у нас есть лопата, есть. Ой, она такая тяжелая. Железный лоб. Пробки сегодня вообще. Да ё-моё, куки. Дороги не чищены.
видим. Видишь, мам, зеленый. Ну, суббота, но все тихонечко едут, потому что дороги не чищены. Ну так проехай, папа. Ерсайн, басах от ватран, говорит, надо заправиться. Хала шла? А Арсен вон на заправку закинул. Это мои деньги. Он спит сейчас. Это мои деньги, мои деньги. Говорит, у меня нет денег на заправку. Я говорю, у меня тоже нет. А мы не видели. Еще говорю. Ерсайн, говорю, Арсен где звонда? Еще не видели тут. А Балам уже манда салфольки заранее дали. А еще Ерсайн даже не знает, сколько стоит бензин. Арсен заправляется. Арсен всегда заправляется. Кормать даже Ерсайн. Вот видите, какой у нас сыночек. Не сынок, а золото. А потом еще комментарии написали. Сколько разница, говорит, между детьми? Я говорю, 17 лет. Наверное, от разных отцов. Отец один. Единственный. Неповторимый. Нет, не от разных отцов. Они же одно лицо. Алан и Арсен в детстве одно лицо. Я вам фотографию покажу арсенской, где они одно лицо. Вставлю вот сюда. Да, смотри, слушай. Тренировка сегодня. Классно? Папа, откуда-то у нас в другом месте. Вот это школа, частная школа. Здесь обучение стоит 2 миллиона. 2 миллиона, да, стоит обучение? Начальные классы 1 миллион с чем-то? Старшие 2 миллиона с чем-то. Алан, тебе понравился? Да. Я жалко. Месяц 200 тысяч. Алан, деловой после тренировок. Постоянно куда-то ходит. Чечек мангал. Пришли. Сейчас кофе попьем. Кадельф молочный. Первый раз буду пробовать. У Алана, конечно, классический шоколадный торт. Вкусно? Сейчас кофе дадут. Кофе. Давай, Ерсайн, закажи. Ерсайн здесь звезда у нас. Все знают его. Торт мне нравится, да, Ерсайн? Смотрите, здесь орехи молочные. Вкусняшка, обалденная вкусно. Очень вкусно. После тренировки Арсен, да, Алан? Какой Арсен? Алан. У азербайджанцев, у турков саубол, это рахмет, да? Да. Да, и у нас в Астрахани тоже, мы не говорим же рахмет, мы говорим саубол. Да? Рахмет у нас, спасибо, салбол в Астрахани, все говорят. Видишь, мы переплетены с азербайджанцами. Вот кто астраханцы нас смотрит, подтвердите, пожалуйста.
Потом Ульген адам дагар, зер говорим. Здесь говорят же Кайр Болсон, а у нас в Астрахани Кайр Болсон, у нас это Кытты Болсон. Ну Кайр Болсон тоже здесь говорят, двоякое, да, такое? Но этот, как его? Рональдо как делает? Рональдо как делает? Есть джемы. Опять на гору, рану по маслу, опять дома, опять. Пожи глянь, опять. А вам так любят. Кайр Болсон у нас в Астрахани как говорят? Аллаху Акберсон. Нет. Не, ну вообще это просто диалект, да, разный? Диалект разный. Версаин, когда приехал сюда, он многие слова не понимал. Да? Диалект разный, другой. Интонация другая. По-разному разговаривают. Ага. В Астрахани по-другому говорят. О, мать, а сейчас... Версаин, конечно, уже знает. Такое здание, чтобы деревья росли там. Типа эко-здание, эко-квартиры. Суббота и такие пробки. О, боже мой. Выходные. Даже выходные уже пробки. Если раньше хоть более-менее было выходные. Сейчас я на пробке. Вообще, мы, короче, изначально хотели же в Каспи взять, да, Ирсен? Нина. Машину. И мне одобрили К5. Одобрили, короче, вот, оказывается, на где-то какой-то на Северное кольце, что ли, кольцевая? Северное кольцо. Вот, есть там у них стоянка. Барахолок Жахтама? Да, вот там. И там, короче, машины. Мы приехали туда, короче. Одну машину там продали. Которую Ирсайндар с Арсеном смотрели. Слава богу, ее продали. У нее там проблема с двигателем была. Вот цена-то тоже. И мы уже так устали, короче, и хотели уехать с машиной. И там была К5, короче, 2020 года. Мне одобрил Каспи. Господи, Каспи мне так доверяет, я себе так не доверяю. И что вы думаете? Там оплата была бешеная, 360 тысяч, 361 тысяча, я помню это хорошо. Я потом, короче, ну мы-то просто эмоциональная покупка, да, это вот, когда ты не думаешь, а потом последствия, да. Ты смотришь эту машину, ба, банк дал, да, все, классно. И чё? Оплатить? 5 лет, извините, это же вообще 360 тысяч. Всякое разное в жизни бывает. Я потом начала ругать Арсена и сказала, это же нереально, Арсен, ты чё? Это не есть, не отдыхать, никуда не выходить, ничем не заниматься. Только работать на машину, а у нас ещё дом. Завтра Арсен решит жениться, да? А у нас этот кредит. Зачем он нам нужен такой бешеный? И все, и там, короче, слава богу, что... Я на следующий день, короче, отказалась, там надо нажать на кнопку. Я позвонила им и отказалась, а? Сказала, мы подумаем. Они сказали, до 10, короче, утра вы должны нам дать ответ. Вот, я в 10 часов позвонила, никуда не поехала и сказала, я отказываюсь. В тот же день я отказалась, и в тот же день мы поехали в Кундай-центр. И там вылезла машина. Вот это самое. Вот. Ну, конечно, когда вы берете этот кредит, это, блин, не на год там. Вот надо так. Ну, как бы мы платили за квартиру, да, мы столько лет жили на квартире. И, в принципе, взяв вот этот кредит, она не сильно отличается стоимость, когда мы снимали, ну, оплачивали квартиру. Просто вот, да, как чужому дядьке. За то, что мы там ночевали, жили, короче. Вот. А зато мы сейчас расплатимся за свою... Будем расплачиваться за свою машину. Ну, вот этот К5, да, она крутая. 20-й год вообще там. Бомба. Ага, потом трясись над ней. Мы над этой трясемся, а там вообще... И оплата у нее
сумасшедшие. Пришли в Евромебель. Мы ходим в Армаде. Я себе куртку купила. Мы на голове, Сэн. Вот пишет тобой. Мозг наш. Мозг. У нас мозгов не хватает. Ирлан – это мой двоюродный брат. Мы родные по маме. Он коренной алматинец. Он нигде не жил, нигде никакие города не видел в глаза, да, Ирлан? Кроме Алматы. Кроме Алматы ничего не видел. Ханалы он. Родом ханалы. Да? У Ирлана отец был такой человек. Коренной алматинец. Он же в фильме, да, как он-то снимался, когда маленький был Ирлан? Кожа. Кожа, ага. Там мальчик с велосипедом, да, кажется? Велосипед. Это же по... Ага, звездюшки. Сейчас. Я посмотрите. У нас галтели. Поклеили. Я вам снимала, приезжал мой брат и научил нас клеить галтели. Но он всю эту комнату сам заклеил. Так что поздравьте нас в комментариях. Это просто был пипец. Их невозможно было вот этот угол сделать. Мы вообще не понимали, как это можно. А там оказалось все просто и легко. Правда, я ничего не сняла. Я только снимала, как он как бы клеил уже и все. А как резать, я не снимала. Не было времени. Я занималась своими делами, а не своими делами. И посмотрите, какая у нас теперь красота. Сейчас. Вот. Как красиво, да, стало? Очень красиво. Кто-то писал в комментариях, что типа вот, ну, сейчас парящие потолки. Зачем это нужно? Теперь их нужно поклеить и там замазать. Вот это, ну, это уж мы сами сделаем. Ну, вот по поводу комментария. Друзья, парящие потолки, это, конечно, модно и все такое, но мне нравится классика. Здесь будут потом вот такие проемы. Доборы на дверях. Здесь тоже. Поэтому у нас классический такой, ну, обычный просто ремонт эстетичный. Без всякого нового, там, парящего, морящего. Мне нравится именно так. Я вижу свое жилье так. Конечно, еще остались вот эти комнаты. Нужно их доделать. Там вообще у Аланы внешний угол. Вот. Так, друзья. Вот я вам сейчас покажу этот внешний угол. Вот. Да, я твою комнату. Видите, вот он. Внешний угол. Не внутренний, а внешний. Вот с этим надо еще справиться тоже. Алан не дал мне елку брать. Вот, пожалуйста. Это его елочка здесь теперь живет.